Внимание! Прежде чем совершать оплату за рекламные услуги телерадиокомпании «Могилев» с использованием инфокиоска, нужно знать номер заказа и сумму. Их вам сообщат менеджеры рекламной службы телерадиокомпании по телефону 8 0222 31 17 00. После этого вы можете приступить к оплате за рекламные услуги через инфокиоск. Вставьте платежную карту в инфокиоск. Введите пароль. Нажмите кнопку «Платежи». Выберите вкладку «Система расчет». Нажмите кнопку «Далее». В меню «Идентификация клиента» нажмите кнопку «Далее». В меню «Услуги плательщика» выберите вкладку «Город Могилев». Нажмите кнопку «Далее». В меню «Выберите платеж» выберите вкладку «Прочие услуги». Нажмите кнопку «Далее». Найдите вкладку «ТРК Могилев. Рекламные услуги». Нажмите кнопку «Далее». Введите номер заказа. Нажмите кнопку «Ввод» или «Далее». Подтвердите оплату, нажав кнопку «Далее». После проведения оплаты не забудьте забрать чек.